Пиши, напарник, я нашел нам дело. Новому Тотрику требуются охотники на демонов. Мэр обещает награду за голову местного механиста, доктора Кибера. Якобы он одержим и похищает людей, чтобы ставить над ними эксперименты. Я получил координаты его лаборатории. Встретимся там. Наконец-то! Где тебя черти носят? Каково, а? Лаборатория времен до БК. Поверь моему чутью. Тут мы сорвем куш, вернем все, что потеряли в Штерне, и еще и в прибыли останемся.
рожу-то сразу не криви. Сперва опробуй. Согласен, рухлядь, брал на вес, а что поделаешь? Все наше снаряжение осталось в лапах штернских констеблей. Хорошо, хоть навигатора удалось спасти. Я загрузил план базы, проведу тебя без проблем. Согласен, рухлядь, брал на вес, а что поделаешь? Все наше снаряжение осталось в лапах штернских констеблей. Хорошо, хоть навигатора удалось спасти. Я загрузил план базы, проведу тебя без проблем. Включи все системы защиты здания, а то еще не хватало нам общей тревоги. Thank you.
получил? Можешь вернуться наверх. Проклятье. Из них мы найдем тебе применение. Yeah.
считаешь коллегу легкой добычей? Моя сила! Разум! Моя плоть не та! Беги, или готовься к смерти! И ты вернулся? Сюда, не видали? Сюда, напарник. Гольдстейн? Не, не видал. Эх, Хельгу жалко. Преподнес нам коллега сюрприз. Поневоле начинаешь верить, что все эти слухи о механистах правда. Показывай хабар.
Берни, ты вернулся? Не видали? Гольдстейн? Не, не видал. Эх, Хельгу жалко. Этим часам уже, считай, 500 лет, а все идут, ни на секунду не сбились. А все-таки страшновато жить на развалинах старых. Мертв мой Берни? И не вернется? Услышали боги мои молитвы, избавили от бездельника и пьяницы. Господин охотник с добрыми вестями. Мертва моя матушка? Да как так-то? Вот ведь дура старая. Машет и машет пушками. Нет бы в кобуру убрать. Что? Пострелять? Это тебе на свалку. Там жестянок полным-полно. Эй, ты стволы-то спрячь, прежде чем с людьми говорить. Пс. Есть пара почти новых ножных протезов по сходной цене. Интересуешься? Свалка? Да вон она, прямиком за воротами. Ты лом-то за собой, милый человек, не прибирай. Сами, сами приберем. Ишь, вылез. Я тебе руки-то за гребущие живо пообломаю. Забыл? Йоргин, вот
вот-вот будет здесь. Приходи на часовую площадь. Ударим по рукам и прости-прощай этот богом забытый городишко. С вами всегда приятно иметь дело, господа. Если попадется еще что-нибудь любопытное, помните, я открыт к сотрудничеству. Новый разум. Что это за голос? У меня в голове. Интересно. Замолчи! Замолчи! Мягкий, с червоточиной гнильцой. Мне почти ничего не нужно делать. Падальщики, стервятники мертвых городов, разорители могильников и свалок. Что за гадость вы извлекли на свет на этот раз? Наши предки возомнили себя богами. Они освоили терраформирование, чтобы сравнивать горы с землей и поворачивать реки вспять. Я прикажу констеблям не выпускать и не советую хитрить.
Эй, ты чего такой хмурый? Идиот! Кто просил его открывать ловушку прямо на площади? Предупреждал же, вещь опасная! Уходи. Мне не нужны проблемы. Мы не пойдем против жрецов. Констебль Беннет, а да он родную матушку продаст, если кто предложит заплатить. Нас могут бросить в тюрьму за один разговор с тобой. А ну-ка поглядим. Нет? А ну стоять! У меня приказ от господина Илависа, жреца Кратоса, не выпускать вас двоих из города. Надвигается пылевая буря. Ну, констебль, ну, молоток. Он как приказ жреца услышал, так сразу и сказал мне: жди, мол, уроки, скоро объявятся. Как в воду глядел. Тьфу, проклятый песок. Рейдеры? А что тебе рейдеры? Они который день уже взрывают что-то в скалах. При деле и ладно. Значит, ни к городу, ни к мосту не сунутся. Одной заботой меньше. Всюду.
Эй, это же... А ну молчать, парни! Дайте человеку сказать. Головой-то подумайте. Придет беглый преступник просто так к патрулю. То-то же. Говорите, господин охотник. Сюда, господин охотник. И, пожалуйста, потише. А то и себя выдадите, и нас. Расскажите, доктора-то вы наказали? Людей выручили? Фу, песок на зубах скрипит. Проклятые пустоши. Опоздал, слуга трясет. Сердце уже у него. Это что за... Принесите мне око! Спина к спине! Ха-ха-ха!
приходится все делать самой. Постой, мальчишка, не убегай. Есть план. Отступаем за мост. Думал ты? О, черт! Нет! Держись! Я приведу констеблей! Я мигом! Думаешь, ты победил? О, нет! Очень скоро Око вернется ко мне! Но ты этого не увидишь! Молись Кратосу! Очнулся. Наконец-то. Жрецам хватает дел и без того, чтобы ухаживать за тобой. Только не благодари. Поверь, дня не проходило, чтобы я не думал, что совершил ошибку, и нужно было оставить тебя на дне каньона. Да, это я тебя спас. Фабиан? Пожалуй, я расскажу тебе все с самого начала. Времени у нас теперь предостаточно. Много лет назад группа ардетайнских механистов решила открыть разлом, ведущий на поверхность Фитрани. В народе ходят слухи, будто Илиакан, владыка Скверны, смутил их лживым шепотом и свел с ума. Опаньки, живой. А я-то думал, ты того, гикнулся где-то в пустошах. Господин Фабиан ничего про тебя не говорил. Возвращайся домой и запрись на все засовы. Будь осторожнее. На улицах нынче рейдеры опасно. Рейдеры могут явиться в любую минуту.
деньской тут торчу. Землю купить не желаете? Вся торговля на смарку. Чур меня, чур! Мертвяк вернулся! Пропал город. Господин охотник на демонов. Ну-ну, бросьте эти любезности. Какой я вам мэр? Дурень я старый, а не мэр. Сдается мне, ты ищешь Фабиана. И не за тем, чтобы обнять. Хотел бы я быть в половину таким же храбрецом. Сегодня все решится. Клори нюх на людей. Всех клиентов насквозь видит. Если он считает, что ты нам пригодишься, значит, так и есть. Перейдем сразу к делу. Look!
Попался, ублюдок. Ничего я вам не скажу. Скажешь, как миленький, и не таких раскалывали. Друзья, настало время очистить город от швали.